Сегодня я хочу вам показать, как готовится сицилийский салат из апельсинов. На Сицилии его еще называют зимний салат, так как в нем много витаминов, которые особенно нам необходимы зимой. Не бойтесь необычного сочетания продуктов: апельсины, соль, перец, лук. Обязательно попробуйте приготовить. И я уверена, что он вам понравится, и вы еще с радостью и с удовольствием будете готовить его много-много раз. Нам понадобятся апельсины, соль, оливковое масло, зеленый лук и красный острый перец. Этот салат очень легко делается. Для начала нам нужно очистить апельсины и нарезать их маленькими кусочками. Апельсины мелко нарезаны. Теперь перенесем их в посуду, в которой вы будете делать салат. Теперь возьмем зеленый лук и мелко нарежем. Добавим мелко нарезанный зеленый лук к апельсинам. Теперь нужно салат посолить, поперчить. Добавить оливковое масло и перемешать. Апельсиновый салат по-сицилийски готов. Приятного вам аппетита! Если вам интересны наши видео, подпишитесь на наш канал. Спасибо за просмотры!